С Днем Незалежности хамельчан повиншавала заслуженная артистка России Кристина Арбакайте. Концерт спевачки прошел на центральном стадионе. Я сегодня подобрала разные песни. И знакомые вам уже давно, много лет. И, может быть, для вас будут немного новыми. Но, конечно же, я хочу, чтобы мы сегодня, несмотря на эту чудную погоду... Ну, что делать? Вы знаете, дождь, к счастью, он... Как-то меня, честно говоря, ну не то, что преследует, а сопутствует мне. Поэтому я думаю, что это все только к лучшему. Для нашего с вами счастья, для нашего с вами будущего. Чтобы будущее наших детей было, несмотря на этот дождь, что всегда, всегда ждала радугу. И радуга, она обязательно выйдет и будет нам с вами. Оправдание, вспоминаю любовь сквозь года, мое сердце живет в ожидании, я стою по ночам у окна, эта ночь никогда не забудется, этот день намного запомнится, тот же город оживутся. Удвоя приемно было отрымливать веншаванне от зорки российской эстрады по той причине, что она мая белорусские корани. Об этом спевачка рассказала со сцены. У вогуле теплые словы, веншаванне и эмоции от наведывания Гомеля Кристина Арбакайте выказывала литерально после кожной композиции. Ее песни многим добро вядомые до апошня городка. Глядачи подпевали вельми охотно. Романтичные мелодии связали одразу несколько поколений. На трибунах центрального и совсем юные прихильники, и люди сталого возраста. Энергетика артистки распаусюдилась на всех присутных. Навод дождь, который раз-пораз примался моросить, никто не зауважал. А солода от концерту и вогуле от головного белорусского свята Дня Незалежности докладно сегодня не залежала от надворья.